В среднем бассейне спорткомплекса «Альбатрос» идет ремонт. Объект ждал этого несколько лет, поскольку с самого строительства здесь проводили только самые необходимые работы. О масштабном ремонте не думали и в этот раз. Сначала хотели сделать чисто косметику, то есть подкрасить потолок. И, скажем так, это дня на два, на три. Вот. Но потом пришли к такому мнению, что объект много времени уже находится без ремонта, и решили как бы сделать все-таки капитальный. Работы идут уже вторую неделю. Выполняют все сами работники «Альбатроса». Сначала хотели нанять бригаду из специализированной организации, но тогда стоимость ремонта выходила в разы дороже. Поэтому решили, будут делать сами, тем более, что необходимый персонал в штате имеется. На все руки умельцы. И все, проблем нет. Пошли, кто-то зашивает гипсокартоном, слесаря непосредственно меняют всю систему водоснабжения, отведения, электрики переехали. Единственное, что нанимали потолки натяжные, и сейчас приедут, жалюзи новые сделают, вот и все. Остались своими силами. Полностью сделали систему канализации, систему водоотведения, систему вентиляции, сделали полностью новые гипсокартонные потолки, натяжные потолки, а там стронга уже полностью ушли. Вот. Заказали сейчас жалюзи. Немножечко, скажем так, в порядок привели чашу бассейна. Сейчас уже большая часть работ завершена. Ремонтная бригада держит высокий темп, чтобы сделать все как можно быстрее, потому что балаковцы ждут, когда же возобновится посещение среднего бассейна. Бассейн востребован всегда, начиная с утра. У нас есть отдельно групповые занятия с грудничками и заканчивая поздним вечером, когда непосредственно приходят родители там, с детьми полностью искупаться в этом бассейне. Руководство спорткомплекса обещает, на следующей неделе первые посетители уже смогут поплавать в отремонтированном бассейне. О возобновлении его работы можно будет узнать в официальных группах «Альбатроса» в социальных сетях или по номеру 35 25 19.